Всем доброго времени суток. С вами Татьяна из Норвегии. Я хочу показать вам, правда, с опозданием, показать вам фавориты и разочарования за август 2024 года. Кое-что понравилось очень-очень, а кое-что вызвало очень большие нарекания и сожаления. Как ни странно, мне обычно марка Веледа не нравится. Не нравится, потому что крема вызывают аллергию. А здесь мне очень-очень понравился вот такой бальзам Skin Food. В общем, увлажняющий бальзам для сухих и поврежденных губ. Конечно, можно им, ну, лучше будет эффект в зимнее время, если у вас губы подвергаются очень сильно воздействию холода, неприятной погоды, колебаниям температур и так далее. Вот он очень спасет ваши губки, этот бальзам. Ну, вот я им пользуюсь где-то с июня. Короче, понравился очень даже. И обычно мне запахи тоже у Веледы не нравятся, а здесь все нормально. Хороший, приятный такой аромат. Правда, вот ну, не какой-то там, знаете, супер-пупер конфетками, жвачками, как это обычно у бальзамов бывает, а что-то такое слегка растительное и, я бы даже сказала, аптечное. То есть, как ни странно, этот мне продукт подошел. Может быть, давайте вот так его вперед куда-нибудь. Также мне очень-очень понравился крем от немецкого бренда Atrix. Интенсивный увлажняющий крем и защищающий. Очень-очень классно. Он у меня много раз был. И вот через какой-то промежуток времени я его опять приобрела. Слегка пахнет ромашками. Чем-то тоже таким приятным. И могу вам только его рекомендовать. Вообще вот эту вот марку Atrix, они тоже выпускают и бальзамы для губ. Вот я не знаю, я бы купила с удовольствием крем для ног, выпускают ли они или нет. Вот. А вот этот вот бальзам для ступни мне не понравился. Абсолютно. Здесь вот такая вот ступня. Сами видите, какая. Оформление, конечно, чудесное у вот этого бальзама для ног. Я им пользуюсь. Он здесь с мятой. Вот. Но он абсолютно ничего не делает со стопами. Абсолютно не спекчает, не увлажняет. То есть вообще какая-то ерундистика полнейшая. Я даже не знаю, чей это бренд. Как он правильно называется? The Food Factory. Ну, в общем, если увидите вот этот продукт, проходите мимо. Не понравился. И вообще, знаете, я хочу что сказать по лосьонам для ног. На мне лосьоны для ног не работают. Абсолютно. Я понимаю, что они специально выпущены для того, чтобы ими пользоваться, например, в летнее время, потому что в летнее время как бы у нас стопа, ну, как вам сказать, не нуждается в таких уж прям очень интенсивных манипуляциях по питанию, например, или еще что-то. Но здесь уж прям вот слишком все упрощено, и вот этот вот продукт, он не делает абсолютно ничего. Плюс запах мяты, он такой слегка стойкий, вернее, не стойкий, и я его не очень люблю. Как бы он там быстро не выветривался, но это не мое. Затем, что еще хочу сказать, сразу минус. Это база для под тени от Essence Super Coverage Eyeshadow Base. Ну, вы знаете, спорный продукт. Вот на эту базу очень хорошо ложатся тени, очень хорошо держатся, стойкость хорошая у этой базы. Но что плохого, она... Во-первых, она отдает очень много продукта, вот когда вы набираете, выплевывает, да?
Во-вторых, вот это то, что выплюнулось, его нужно быстренько разнести на глазки, а на веки, а сделать это очень-очень как бы проблематично. Не то чтобы скатывается этот продукт, но как-то ведет себя не очень хорошо. Слишком большая отдача. И потом, когда на веки нанесли, нужно быстро распределить. Иначе получается всего очень-очень много на глазах. Поэтому нет, это не мой продукт. Но я продолжу, конечно, этой базой пользоваться. Может быть, как-то научусь пользоваться получше, правильнее. А так пока... Ну, как бы мучаюсь с ней. Так, следующее. Следующее – это косметика от Physician Formula. Не помню, хвалила ли я ее в своих видео или нет, но как же мне понравилась вот эта палетка. Я ей пользовалась на протяжении 3 месяцев летних и просто. И вот сейчас уже сентябрь начался и продолжаю пользоваться. Здесь имеются схемы, схематическое нанесение теней. Можно сделать самые разнообразные макияжи. Обожаю Physician Formula не только за красивые текстуры продуктов, за качество, конечно, но еще плюс вот за... Я тот человек, который обожает запахи, поэтому за запахи это как бы отдельное спасибо. Это просто шикарные такие тени. Действительно, они летние. Ну вот не знаю даже, сейчас, когда начнется такая глубокая осень, конечно, уже такими оттеночками не... А может быть и неплохо будет, будут они смотреться на глазках. Здесь тоже красивая очень палитра. Или гамма теней, что ни на есть осенние, поэтому... А в горячую пору, то есть в летнюю пору, это были шикарные тени, которыми можно было сделать макияж в стиле сафари. Девочки, ну класс. И цветопередача хорошая, и держится хорошо. Вообще очень-очень хорошая косметика у Physician Formula. Правда, быстро разбираются продукты. Ну, те, особенно почему-то те, которые хочешь вот купить, смотришь, их уже нет в продаже. Поэтому как бы нужно ухо держать востро. Ну вот единственное, что видите, у теней, у этих минус, они сыпятся. Опять же, не все, даже из вот представленных из этих, они тоже не все как бы сыпучестью какой-то обладают. Ну, вот такие вот красотки. Ставлю фотографию свою обязательно с макияжем, с одним из макияжей и с этой палеткой. В общем, классная палетка. И оформление такое достойное, красивое. Здесь ой, кисточка упала. Так, а вот как бы мне тут... Я сегодня какой-то такой ракурс интересный взяла, что не очень... Удобно поставить здесь. Ой, сейчас я вернусь. Ну и последнее, чем хочется пользоваться и пользоваться, это тоже Physician Formula. Это вот такой, вот такие вот румяшки. Butter Blush. Ну, тоже классные. Двухэтажные. Здесь, видите, зеркальцем. Просто вообще шикардосные. Румяна-хайлайтер. Или блаш-лайтер. Мы недавно с вами рассматривали. Ой-ой, какой красивый. Ну, у Physician Formula все красивое. Все красивое, все сияющее такое. Замечательное. Плюс, знаете, такая какая-то маслянистая текстура у косметики Physician Formula. Иногда они пишут, что добавлены какие-то масла, и я соглашусь. Наверное, что-то и добавляют. Кто его знает. Если они пишут об этом, то я соглашусь, потому что формула у продуктов очень-очень хорошая. В общем, вот такие вот у меня фавориты, такие разочарования.
в августе 2024 года. Будем с вами прощаться. Увидимся с вами очень-очень скоро. Люблю и целую вас всех. Всем пока и до новых встреч.